Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня в рубрике «Инди-хоррор» мы посмотрим игру под названием 1328-1-23-16. Что бы это, мать его, за ногу не значило, я не знаю, честно говоря. Эта игра создана тем же самым человеком, который создал игрушку, которую мы недавно смотрели под названием No Rain, то есть дождь Ноя. Ну, помните, там непонятно, что происходило. Шел дождь и постепенно нас затопило. То есть наступил всемирный потоп. Это было достаточно непонятно, достаточно странно. И я так и не понял посыла автора. Но, тем не менее, это было необычно. И, как мы знаем, такие игры, они дарят свежие впечатления, свежие ощущения. И вот в данном случае еще одна игра. Так что давайте смотреть. Какие-то сирены. Так, мы находимся в комнате. Что в этой комнате? В этой комнате стулья. Кто там за стеной? Соседи? Соседи, похоже, хуже моих. Шипение какое-то. Ну ладно. За окном? За окном столбы. Тебе страшно? Пока нет, знаете ли. Нет. Так, уже да. Уже да. Что происходит? Я, честно говоря, силюсь понять. Ты хочешь жить? Да, конечно, хочу жить. Вы знаете, такие сирены, они означают, что как минимум у нас сейчас будет ядерный холокост и бомбардировка и все соответствующее. Поэтому вопрос, судя по всему, был задан неспроста. А вот этот, судя по всему, символизирует дома, небоскребы какие-то, возможно, или что это такое? Но как бы там ни было, мы все умрем, похоже. Мы все умрем. Другие заслуживают смерти? Да, лучше они, чем я. Лучше так. Летит. Да, видимо, я угадал. Смотри наверх, он идет. Ладно. Да твою мать, что взрывается-то такое? За окном все. Сеанс завершен. Чтобы выйти, нажмите Escape. Ну, что я хочу сказать? Что это было вообще такое? То есть, спасибо, конечно, что посоветовали, но это вторая игра от этого автора, которую я не понял. Ну, то есть, понятно, что она символизировала какие-то. То есть заставляет подумать на философские темы, заслуживают ли все жизни, что случится, если наступит конец света, что будешь делать ты в этот момент, какие вопросы ты готов решать. То есть, ну вот такое вот. Но на самом деле это все было настолько коряво создано, что я это даже к артхаусу не могу отнести. Тем не менее, спасибо, что посоветовали. Это было очень коротко, это было очень странно. Но больше всего, конечно, меня интересует, что же означает название этой игры. Я подумал, возможно, это IP-адрес или что это вообще было. Не знаю. Как бы там ни было, небольшой такой инди-хоррор, я его даже хоррором не могу назвать, потому что страшно не было ни секунды. Но, тем не менее, вот такое вот у нас было видео. Надеюсь, вам понравилось. Присылайте мне в личку новые игры на то, чтобы их посмотреть. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.